А ехать можно в простую и нехитрую вещь. А сегодня-то чего? А сегодня, вот понимаете, я не буду сейчас ни про Путина, ни про Россию, ни про что. Я про, коль все-таки я имею право, наверное, якать немножечко здесь, правда? Вот так уж совпало в моей жизни, что 25 лет ГКЧП еще и связано с 25-летней моей безработицей. И это не значит, что я сидел на диване, пил водку, там, не знаю, курил бамбук или что-то там еще такое делал. Все-таки то, что называется российское телевидение, это в какой-то степени и вот то, чем я занимался все эти годы. Я под ключ сдавал в телекомпании, там, разъезжая по стране. Я хотел бы сказать о другом. Вот все эти годы фоном была история с двумя журналистами, которые при Советском Союзе еще 1 сентября 1991 года мои друзья, корреспонденты Гостелерадио СССР в Югославии Витя Нагин и Гена Куриной, уехали в командировку и до сих пор не вернулись. До сих пор не вернулись, хотя я нашел не просто место их захоронения, а нашел всех тех, кто их убивал, к сожалению, их убили. Я нашел всех свидетелей этого преступления. За эти 25 лет я нашел все, чтобы наши правоохранительные органы, если бы они реально думали не о высокой политике, а о конкретных судьбах конкретных людей, они бы обязательно взяли и рассмотрели всю эту историю и возбудили, наконец, уголовное дело по факту исчезновения наших журналистов. Почему я об этом говорю? Я бьюсь уже с этим. Я памятник поставил на месте их гибели в Хорватии, теперь называется Хорватская Костаница. Я сейчас не про себя. Я про то, что они исчезли 1 сентября 1991 года, и тогда вроде страна возбухла, даже Михаил Сергеевич написал личное письмо руководству Югославии, помогите найти наших корреспондентов. А потом произошло то, что произошло в декабре. Союза не стало. И не стало всех тех структур, которые искали наших корреспондентов. И они стали никому не нужны. Пока в России появилась прокуратура, пока в России появилась там КГБ, пока и так далее, другие организации, прошло энное количество времени. И когда, наконец, наш Верховный Совет создал комиссию по поиску этих ребят, я возглавлял эту комиссию, специальную парламентскую комиссию, и я начал вскрышные работы на месте их захоронения, указ 1400, Ельцин, значит, всю нашу комиссию, в том числе и весь Верховный Совет, и всю эту советскую власть тогдашнюю существующую, как бы превратил в ничто. И я из парламентария, из, так сказать, человека, который наделен определенной полномочией, превратился в своего странного какого-то туриста, который на берегу, так сказать, в чужой стране, на берегу речки, копает, так сказать, какую-то яму. Понимаешь, вот соотношение, и опять все рухнуло, и до сих пор никого не интересует история этих наших ребят. Но зато другие двое погибли на Украине. Через сутки наш президент наградил их орденами мужества и воздал должное, так сказать, тому, что там произошло. Давайте уберем слово Украина, Югославия и так далее. Нет ли здесь очень странной избирательности нашей власти, я говорю сейчас даже не про Путина, а в принципе существования власти и нас с вами, журналистов, когда 25 лет в определенных, в таких же обстоятельствах, сербская краина, самопровозглашенная республика, там убили наших людей. 25 лет я не могу глаза смотреть их вдовам, а теперь уже и внукам, потому что, ну ты друг, ты же депутат, ты же журналист. Ты почему до сих пор мы не можем положить цветы на их могиле, к их могилам? Этого не сделано. А если это носит какую-то политическую окраску, то через сутки и цветы, и ордена, и, значит, по всей видимости, компенсации, в том числе материальные и так далее, все это делается. Вот было бы сейчас власть-то та советская, и была бы в этой советской власти фамилия Мукуси в том числе, понимаешь, и был бы у меня вот этот значочек депутатский, я полагаю, что такого бы не было. И не потому, что я такой, а потому, что тогда пришли к власти именно те, кто хотел и думал, в том числе, и вот я о чем говорил, об этих стариках наших, о тех, кто когда-то в войну был угнан, и о тех, кто вот погиб, наши коллеги, которые до сих пор не возвращены хотя бы именами на свою родину.
Вот за что мне обидно. Мне обидно, что та политзона, пермская политзона, которую мы закрыли с Политковским, называлась она Пилорама, сегодня опять чуть ли, так сказать, не новая политзона, понимаете? Там уже снова, так сказать, начинается какая-то возня по поводу того, что там не нужен ни музей и так далее. Чего это вдруг зона эта существует вот в виде музея? Вот чего мы делали. И сколько бы могли еще сделать, если бы нас не расстрелял Ельцин.